Владимир Путин сегодня с рабочей поездкой в Татарстане. Ночью в аэропорту его встретили Михаил Бабич и Рустам Миниханов. Президент уже пообщался с представителями мусульманских организаций. Разговор шел о развитии богословской школы и о просветительской работе. Рустам Миниханов в Казани подарил Владимиру Путину 200-летние миниатюры об истории ислама и тугру его имени. Напомним, тугра – это персональный знак, содержащий имя и титул человека. Оформляется она в виде орнаментально украшенной арабской вязи. Вторую ветку метро Казани начнут строить от Меги. Первый этап – включать строительство 4 станций. По словам директора Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана, длина второй ветки составит 20 километров.